Разбитые машины отправились в последний путь. В Екатеринбурге по маршруту городской электрички прошел состав с покореженными в авариях автомобилями, водители которых проигнорировали предупреждающий знак на железнодорожном переезде. С начала года на железнодорожных путях Свердловской области уже произошло две серьезные аварии. Один человек пострадал. А в прошлом году были зафиксированы и смертельные случаи. Все столкновения на переездах произошли по вине водителей. Правоохранительные органы для борьбы с нарушителями устанавливают видеонаблюдение, сигнал из камер моментально отправляют в ГИБДД и пытаются в прямом смысле преградить путь, особенно спешащим автомобилистам. Разработана долгосрочная программа пятилетняя, по которой ежегодно мы, значит, оборудуем все переезды УЗП для того, чтобы обезопасить и исключить тех нерадивых водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Но на сегодняшний день российские дороги пошли дальше, потому как уже, значит, этих водителей не останавливает УЗП, разработаны и продуманы противотаранные устройства.